Сотрудники ГИБДД почтили память жертв дорожно-транспортных происшествий и сделали это с пользой. Полицейские госавтоинспекции и других подразделений стали донорами крови. К сожалению, во время пандемии коронавируса доноров стало меньше. Люди либо борются с инфекцией дома и в больницах, либо же избегают визитов в медучреждения из-за страха заболеть. К сожалению, да, количество доноров упало, сократилось, но незначительно. Дело в том, что у нас прекращена выездная деятельность на сегодняшний день, да, и мы, к счастью, просим, так сказать, вот, проводим некую, так сказать, систематическую, так сказать, агитацию в плане того, что к нам приходят, на сегодняшний день пришли силовики. Сдачи крови стражи правопорядка открыли тематическую неделю памяти жертв ДТП. В планах сотрудников полиции продолжать благородное дело. Они собираются регулярно посещать Ульяновскую областную станцию переливания крови. Виктория Чиркова, новости Ул Правды ТВ.